В Севастополе определяли лучшего пожарного и лучшего начальника караула. Не каждый выдающийся спортсмен может стать хорошим огнеборцем, но хороший пожарный – обязательно превосходный спортсмен. Так считают в региональном управлении МЧС. И 28 июля сотрудники чрезвычайного ведомства доказали это на практике, проходя этапы ежегодного смотра конкурса «Лучший по профессии». Программа конкурса состояла из нескольких этапов. В нее вошли задания пожарно-строевой, тактика специальной и физической подготовки. Основной упор был сделан на отработку приемов пожарно-прикладного спорта. Подъем по штурмовой и трехколенной лестницам на этаже учебной башни. Вязкой двойной спасательной петли оценивалась и общая физподготовка. Подтягивание, челночный бег, забег на 1 километр. В теоретической части соревнований участники письменно ответили на вопросы билетов. Начальник отделения по вопросам подготовки личного состава отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Севастополю Александр Косарев отметил, что спасатели всех 6 пожарных частей, принимавших участие в смотре конкурсе, показали высокий уровень квалификации. Лучшим пожарным уже в 4-й раз подряд стал Николай Амирьян. Среди победителей конкурса пожарной 3-й пожарно-спасательной части Николай Амирьян и начальник караула 6-й пожарно-спасательной части Олег Волбасов. Впереди у победителей региональных состязаний ответственная миссия. Честь города-героя они будут защищать на соревнованиях Южного федерального округа. А дальше, если удастся вырваться вперед, поборются за победу и на всероссийском уровне.